Всем привет, с вами Moto85, и сегодня мы рассмотрим технические особенности бюджетной и весьма популярной модели кроссовых мотобот от компании Fox Racing – Comp 5. Основные достоинства Fox Comp 5 – это жесткая многослойная подошва и удобные застежки с алюминиевыми замками. Большая часть бот выполнена из кожи, благодаря чему они очень устойчивы к внешнему воздействию. Мотоботы хорошо облегают ногу и не сковывают движение. Полиуретановые вставки в задней части и в области голени добавляют ботам жесткости. Подошва долговечна и обеспечивает хорошее сцепление с подножками, а протектор не забивается грязью. Задняя часть подошвы немножко скошена для свободного скольжения по грунту во время прохождения поворотов. Следует отметить, что эти мотоботы предназначены в первую очередь для мотокросса, но их можно использовать и в других дисциплинах, например, эндуро или для питбайк-кросса. Также эта модель выпускается в подростковой модификации для юных гонщиков и в специальной модификации для прекрасных девушек. Основные отличия этих модификаций – небольшие размеры и пластиковые замки застежек вместо алюминиевых. Особенности Fox Comp 5 MX следующие. Мотоботы Comp 5 от компании Fox предназначены для райдеров начального уровня и отличаются высоким качеством передовых материалов. Внутренняя часть отделана мягким и дышащим текстилем с хорошей защитой от пыли, воды и грязи. Ультралегкие и прочные застежки из алюминия и жесткого пластика легко закрываются и открываются. Полиуретановые пластины анатомической формы расположены в задней части и в области голени. Спортивная усиленная подошва поднимает прочность и комфорт на новый уровень. Данные боты выпускаются в нескольких цветовых решениях, что порадует настоящих модников. Купить мотоботы Fox Comp 5 MX можно в магазине экипировки moto85.ru. Ссылка на товар находится в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!